Привет, Иришка! Привет! Ой, а что у тебя там такое сзади? А, это наборы с тортиками-попсиками. С тортиками-попсиками? Это такие сюрпризы? Ну, почти. Ребята, давайте откроем эти наборы. Мне даже самому интересно. Это тортики. Они потеряли своих друзей. Им нужна помощь. Соедините их вместе. Тут спрятаны питомцы и один попсик. Давайте откроем этот набор и узнаем, кто тут прячется. И соберем их всех вместе. Ой, какие они миленькие и маленькие. Здесь так много сюрпризов. Давайте достанем вот этого малыша. Ой, какой милашка. Ух ты, какие они классные. Они еще головкой крутят. А это маленький сюрпризик. Кто там прячется? Я вижу, кто-то рыженький. Давайте посмотрим. А кто это такой? Рыжий мишка. Но это не маленькая барашка. Возможно, в каких-то из этих пакетиков будет маленький барашек. Этот малыш найдет своего друга. А у меня здесь малыш жирафик. И он нашел уже своего друга. Я так рад за него. А вот это слоненок. Смотрите, как он игриво подмигивает. Давайте посмотрим, какой зверек у него в пакетике прячется. Это маленькая птичка. Кюрик-кюрик, кюрик-кюрик. А это, по-моему, малыш енотик. Давай посмотрим, что у него в пакетике. Это теленок. Какой миленький. А вот малышок-котик. Рыжий котик. А что же было у него в пакетике? Маленький утенок. Смотрите, а это маленький лисенок. Но кто же здесь прячется? Ой, это ослик. Смотрите, какой милый малышок. Смотрите, мы их собрали целую огромную команду. Но, к сожалению, кроме малыша-жирафика, никто не нашел своего друга. Но, возможно, их друг окажется в этом наборе. Ура! Там их целых 12 попсиков и 12 питомцев. Вау! Сколько маленьких попсиков! Как здорово они смотрятся вместе. А вот и синий слоненок. Окажется, мы нашли его друга. Ура! Они нашли друг друга. Мне кажется, мы нашли еще одну парочку. Желтый ослик, японец и его друг. Как они рады! Я вижу еще одного теленка. Ой, а это его близнец. Теперь им будет веселее. Вау, смотрите, черный пони, енотик, маленький леопард и маленький попугай. Фиолетовая кошечка, леопардик и оранжевый мишка. Ух ты, а это уже два друга. Маленький фиолетовый котик, который играет. И его друг Попсик. Еще одна парочка воссоединилась. Ура! Смотрите, какая милая маленькая пчелка. А вот какая яркая лошадка. Какие у нее забавные пятнышки на мордашке. Фиолетовый енотик. А их двое. Маленькая змейка и хомячок. Маленький пеликан. А это букашечка. Еще одна птичка и змея черная с такими клыками. Ух, собрали мы только 4 парочек. Пёник, кошечка, жирафик, ослик или лошадка. Вау, сколько классных игрушек. Мне так понравились эти пупсики. А вам понравились эти пупсики? Напишите в комментариях. Ставь лайк и пиши комментарий. А еще не забудь подписаться на канал Зырики ТВ, чтобы не пропустить новые видео. Переходи на другие видео вместе с куклами-попсиками. Пока-пока!